видел клёны, наверное, уже месяц тому назад. Вот обкашивают, чтобы, если завтра вдруг приедут косить, чтобы их не скосили. Потому что вот этот наш клён, вот он уже какой красавец, это тоже муж сажал. Даже мы вместе сажали. Вот. Его скосили один раз. Он уже большой был. Один раз пьяная женщина на него упала, сломала. Но вот он выжил, вот какой красавец. А здесь вот это дерево и вот это дерево, вот это вот. Вот это дерево вот и вот это дерево. После строительства дороги их оставили, но они такие уже плохонькие. И вот на замену он посадил три. Вот один клен, вот второй и вот третий. Вон как хорошо обкосил. Полил цветочки внизу. Теперь вот травку обкашивает. Он, видно, еще... А, он вокруг елочек еще обкашивает. Это тоже он сажал. Бонечка, ой, какая ты зая красивая, да, такая красавица. Поцелуй. Ой, ты, боже, ты мой-то, ты такая лапочка, да, ты такая лапочка. Ой. Патрик, скажи, ты что такой в меня влюбленный? Патрик, фу, какой ты бессовестный. Кавалер. Бонечка, ой, какая красавица ты, девочка. Скажи, Патрик, мы куда, скажи, идем? Как Дед Мороз, да? Да, сходил, нарвал. Да, дочка передала, нарвал. Нет, ты. Я. В кустах, ага. Что там? Травка. Лучок. Травка. Красивая какая. Ай. Вот не то, что ты вчера с рынка принес. Мелкая, смотри, какая крупная клубника. Конечно, Оля выбирала специально для мамы. Да. А себе всю минуту оставила. Конечно. Ай, свеженькое все. Ты нагулялся? Вкусняшечки там скушал? Скушал вкусняшечки? А что ты ждешь? Патрик, что ты ждешь? Вот за... какая собачка получает вкусняшки за то, что гуляет на улице? Вот объясни мне. А это у хозяйки надо спросить, которая ее избаловала. Да. Да. Я вас обоих избаловала. Меня-то не балуешь нифига. Ну, конечно. Да. Патрик, на. Вот, свидетельство. Почему он не с руки берет, а вот так вот ждет, когда ему на пол кинут, да? Только он и не ест вообще. Непонятно. Дворовой. Дворовой, да. Дворянин дворовой. $5,800 по цене 3,90. Так, а здесь? Ну, здесь была корзина другая, она 2,5 килограмма и та же 3,90. Да на зиму с сахаром свежую протертую будем делать. Ну ты же и варенье будешь делать. Ну, наверное, немножко сделаю. Это что такое? Ну сними. Ну крупная. Конечно. Клубники очень много. Не знаю, войдет ли в морозилку. Клубника крупная, такая красивая. Не стали ждать.
Не стали ждать, когда дешевле будет. Кто его знает, может быть и не будет, а может будет. Сказали эстонское, но по виду как польское. Тут такое дело, им лишь бы продать, а нам лишь бы купить. Перебираю клубнику, мою ее, и потом с сахаром потолочь, и на зиму будет свежая клубничка. И в творожок, и в кашу, ну и просто так с блинчиками, саладушками. У нас еще, по-моему, там пару маленьких коробочек в морозилке есть с прошлого года. Вкусно. Давай-давай, снимай. Все. Свой вклад вносит, а когда я все размял. Интересно, ага. Я все перебрала, все хвостики оторвала. Оторвала. Два. Сколько, два пакета. Сколько выкинула нужных. Еще один пакет вот в мусорнице лежит, и вот это. Не свести. А он только принес и помял. А кто собирал? Так, рот закроем, чтобы... Рот закроем, чтобы не кричал. Ой, смотри-ка, жук там ползет. Смотри, жук там ползет. Это что? Как они надоели, эти жуки. Ну-ка, топи его в раковине. Не попасть. А руку вымыть? Грязными руками, чтобы тут мне... Вкуснее будет. Не надо вкуснее. Мне будет больше достанется. Да, да. Когда зимой достанешь, скажу, а я там с этими с жуками, и ты, у тебя аппетита ноль. Остальное все мне. Эгоист. Не эгоист, а знаю, как воздействовать на вас. Бессовестный. К этому возрасту-то, я думаю, у многих уже совести нету. А что остается? До себя любимого, да? Остается мои года, мое богатство. На, язык высунул на полкилометра. Все, одно готово. Завтра добьем. Ты сейчас пол кастрюли уже стрескаешь. Это говорит тот, кто ест. Тот, кто работает. Я две клубниченки только съела. Да, да. Пока меня не было, я пришел уже половину. Слышишь, это самое? Завтра уже в коробочке надо раскладывать. Да. Завтра уже в коробочке. Надо немножко еще сахару добавить. Зачем? Потому что та клубника, которая... В прошлом году была, некоторые баночки сладкие, некоторые не очень. Можно было по килограмму сделать. Нет, килограмм это очень много. Чтобы не такая жидкая была немножечко побольше. Так, вот а сахар. Вот это вот что тут? Где? Вот это. Почему не раздавил? Почему раздавлено это? Ты сильно не усердствуй, потому что клубничка должна быть не сплошное месиво, а все-таки... Клубничка, все. Тут было 4 килограмма клубники, где-то 200 кило, 300 кило, наверное, сахара на все на это. Может быть, немножко больше, чем 4 килограмма ягод. Я не взвешивала, но вот две полные кастрюли. Вот такие были ягод. Как тебе нравится хлопать? Как приятно смотреть, когда мужчина работает. Издеваешься? Звезда моя. Звезда. Да. Во лбу горит. Да. Утром я работала, стригла кусты, стригла и там и шиповник, и большие кусты, и всякие разные. И пришла язык через плечо. Так еще надо было разогреть все, накормить после душа.
А тут работает. Все. Молодец. Вот по пластиковым баночкам, коробочкам, вернее, разложим и в морозилку. До следующего года. До зимы, до следующего года. Да. Какой-то у меня умный. До зимы, конечно. Поздно. Самый момент последний успела. Так облизывал вкусно. Я сладость пробовал. Да, конечно. Ты сладкое любишь. Клубника-то практически вся для тебя. Творог. Во. Конечно. Вот это свист художественный, да, чистой воды. Да. 5 килограмм, чтоб я съел. Мне хватает яблок с брусникой. Да, конечно. Конечно. А вот клубнику это... Вы трескаете. Яблок с брусникой. Ты клюкву вообще перепутал с брусникой. Клюква, если уж на то пошло, это делается, напиток пьется. Ой. Вот сейчас еще это переберу. Будет все на варенье. Вот целую такую миску полную уже помыла, перебрала. Убрала хвостики все эти зелененькие. Сейчас еще эту переберу. Сегодня засыплю сахаром, а завтра буду варить варенье. Вот сколько перебрала, вот еще. Клубника на варенье. Засыплю сахаром. До завтра, до утра постоит. Даст сок. А утром буду варить варенье. Так, вот засыпала сахаром. До утра постоит. Даст сок. А утром буду варить варенье. Вкусно будет зимой. Очень вкусно. Завтра еще сахара добавлю. 1 килограмм мало. Варится варенье на зиму. Клубничное. Клубника 4 евро килограмм. И черешня 6 евро, да, Володь? 6,90. А черешня 6,90. Ой. А на рынке тоже это самое столько же клубника стоит? На рынке тоже утром такую же корзину купил, 4 евро. Ну, вот две такие корзиночки, 4 евро килограмм. Столько варенья получилось. Дочка клубнику привезла. В эту корзиночку где-то 2,5 килограмма помещается. Наверное, уже заканчивается, потому что была-то очень крупная, сейчас такая средняя. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, если лайки поставили. Подписывайтесь. Приятного вам лета, сладких вам ягод, счастья, любви, здоровья. Ну и, конечно,
Всего самого-самого хорошего. Наслаждайтесь летом и всем пока.